Всем приветики. Это моя вторая посылка за сегодня. И это щипчики для... Ну, я для заусениц покупал, чтобы обрезать вот эти вот штуки. А вообще некоторые для ногтей покупают. Типа ногти режут. Но я ногти никогда не резал. Но оно вообще красиво выглядит. Просто здесь оно не так заметно. Во, такое вот все красивое, такое переливающее, такое, блин. В общем, классно смотрится так, переливается так красиво. Я когда достал, прямо аж вау. Так быстро маркается. Правда, она вся зацарапана в мелких таких царапинках. Не то чтобы царапинках, а, ну да, такие миленькие-миленькие. И это неприятно немножко. То есть, так вот взять, она так красиво блестит. И вот эти вот потертости... Да, я бы сказал, что это потертость. Не очень. А так оно вообще маленькое-маленькое. То есть, если взять палец, где-то мизинец, оно даже не на весь мизинец, но на две косточки мизинца. То есть, раз, косточка, два. На две косточки мизинца. То есть, совсем маленькое вот такое. Вот. Вдали оно смотрится... Таким вот образом, такая вот, в общем, она такая миниатюрненькая, маленькая, да, как она, я показывал. Крутится довольно-таки плавненько. Так вот, мягенько, плавненько крутится. По идее, вот так мы делаем. Здесь есть ушко, чтобы повесить на ключи, например, вот оно. Правда, с ключами оно очень быстро зацарапается. Но, тем не менее, а где ее еще носить? Ну, здесь ушко для брелка, оно, правда, зацарапается, оно уже будет не такое красивое, но зато удобно с собой всегда. Здесь ничего больше нет, никаких пилочек. Блин, как-то оно уже ушло туда внутрь, ничего себе. Опа, а как достать? Вот, достал. Вот, никаких пилочек, ничего нету, просто сама такая вот штука, предназначенная только для одного. Блин, она так мягенько нажимается. Он так мягенько ворочается, так мягенько наклоняется, так мягенько нажимается. Так вообще, блин, прям классно. И я покупал его для того, чтобы резать вот эти... Кстати, острая она или нет? Ну, вроде на вид. Вроде остренькая. Ну, в общем, я специально подколупал вот эту штуку за усеницу, чтобы можно было на ней проверить. Вот сейчас мы это сделаем. Берем. Блин, где тут фокус? Все. Я уже вот тут нету. А вон оно. Там он внутри. В этой штуке лежит. Вон видно такой кусочек заусеницы. Остался вон он беленький. Да, то есть оно остренько режет. Так. Все. Отрезали. Ну, в общем, все, вот мой заусенец. Довольно, то есть, короче, она нормальная. Она как раз маленькая, миниатюрненькая. Кому-то, я видел, писали в отзывах, что не нравится, что она миниатюрненькая. Мне, наоборот, нравится. Маленькая, такая удобненькая, спрятала и не мешает. Что она должна быть? На пол руки такая, щипцы такие. Зачем? Наоборот, круто, когда маленькая мне. Хотя, ну, для заусенец. А если для ногтей... Я не знаю, я такими штуками никогда ногти не резал. Я всегда их для заусениц брал. Ну, зачем резать ей ногти, когда есть ножницы? Ну, для ногтей может быть и маленькая, потому что чем она больше, тем больше ты захватишь. Но мне для заусениц вообще идеально. Такая маленькая будет висеть на ключах. Такая удобненькая вообще идеально. Тем более она так, блин, просто это не передать. Но по ощущениям она вообще мягенько крутится. Так прям аж кайфово. Так туда-сюда, так мягенько, так нежненько. И так мягенько нажимается прямо. Прямо вообще круто. И острая, так прямо раз и моментально отрезал. То есть максимально классная штука, мне нравится. Единственное, что немножко поцарапано. Ну, потерто, это немножко не очень. Но так, в целом, нормально хорошая штука. Вот, как-то так. На этом все, всем покидал.